Маємо змогу продовжити спілкування з Хатією Деканаїдзе. Відновився зв'язок. Хатя, як мене чути? Да, чую. Спасибо. Я извиняюсь. Це чудово. Отже, після 24 лютого для багатьох країн почалася така неспокійна доба, і з'явилась навіть інформація від телеканалу CNN, що Путін може напасти навіть і на Грузію. І такі побоювання навіть висловила і президент Соломе Зарубішвілі. Як ви можете прокоментувати таку думку, і чи готова Грузія захищати свою незалежність? Да, спасибо. В первую очередь я хочу поздравить День Незалежности тем бойцам, которые сейчас воюют и защищают Украину, и защищают свободу Грузии и Европы. И это очень важно, потому что вы знаете, что больше 2000 бойцов в Украине защищают свободу, то есть и мы очень гордимся ими. А что касается вашего вопроса, вы знаете, в 2008 мы это проходили. И, честно говоря, все сейчас уже Запад... все абсолютно наши партнеры на Западе, то есть они говорят о том, что если бы у Запада была бы позиция жесткая, такая, как сейчас у них с российской агрессией, то тогда бы Путин был бы сейчас уже очень слабым. Но, к сожалению, тогда нас не услышали, когда мы очень громко говорили и кричали, что если сейчас не будет нормальная реакция, потому что невозможно вообще Путина затащить в цивилизованные рамки, тогда следующая будет Украина. Не было, и достаточная реакция в 2014-м, когда была аннексия Крыма и то есть оккупация. Так что я думаю, что вот очень много грузин понимают, настолько вот это сложно, и ваша боль, конечно, это наша боль. Что касается Путина, и сможет ли он там типа что-то там против Грузии, вы знаете, аннексия, то есть оккупация у нас продолжается. 25% территории у нас оккупировано. Каждый день у нас идет незаконно бордеризация, которая реально является инструментом для России. И, честно говоря, люди, наши граждане, которые живут на оккупированных территориях, то есть для них это гуманитарная катастрофа, потому что их тоже, похищают. И, честно говоря, они живут очень плохо. Так что ну, это есть, то есть оккупация. Что касается активных боевых действий. Смотрите, я думаю, что Путин сейчас очень слабый. И, честно говоря, у него он слабый морально, он слабый экономически, он слабый, то есть с точки зрения военной, то есть так, вооружения. И, честно говоря, я думаю, что это он понимает очень хорошо, потому что вот очень многие люди не верят тоже на Западе, но я очень сильно уверена, что последняя могила Путина — это в Украине. Так что я не думаю, что сейчас у него есть силы что-то там сделать, но что касается «будем ли защищаться», конечно, мы все будем защищаться, и наша армия тоже, и мы все граждане. Так что я думаю, что то есть, мы это сделали в 2008-м, и, честно говоря, мы смотрим на вас тоже, как вы захихаетесь. Так что я думаю, что ваша борьба тоже — это наша борьба, и мы очень гордимся вами тоже. И я думаю, что мы вместе обязательно поборем Путина. Что касается, вы знаете, там, что будет дальше, я думаю, что Украина показала всему миру, что не так все, как вообще это было до войны. Да? То есть надо понимать, что вообще Путин — это лицо войны, это лицо геноцида, это лицо, то есть человека, который даже расизм, то есть Россия, я вообще не разделяю, честно говоря. Для меня две России не существует. И, честно говоря, вот когда говорят, когда думают о том, что даже вот какие-то лидеры сейчас на Западе, что, может быть, еще будем говорить с Путиным, я думаю, что не имеет смысла, потому что он человек, который думает, что Украина и Грузия и все там суверенные государства вообще, они не имеют права просто существовать. Так что это очень важно, чтобы все вы понимали. И я думаю, что сейчас Запад тоже этого очень хорошо понимает. То есть украинцы всем показали, какой мир на самом деле. А как война в Украине вплынула на Грузию? Ну, смотрите, вы знаете позицию нашего правительства, то есть позиция, которая очень сильно отделяется от позиции граждан Грузии.
от нас. И, честно говоря, вот мне, кстати, вот очень больно, когда я слушаю наших представителей, то есть государства, даже там большинство в парламенте, когда господину Зеленскому не дали слово в парламенте Грузии, когда мы попросили, и это было очень важно, когда то есть правительство сказало, говорит о том, что те люди, которые очень сильно и открыто поддерживают Украину, то есть они хотят войны, понимаете, это у них пропаганда такая, которая, честно говоря, вот очень-очень отвратительна. То есть, ну, это пропаганда тоже как бы часть гибридной войны. А что касается, как повлияло, ну, смотрите, то есть повлияло так, что все уже очень сильно уверены, что Путин очень слабый. И, честно говоря, вот когда обыкновенные грузины, граждане Грузии смотрят на Украину, то есть они просыпаются и засыпают Украины. То есть это ваша боль, наша боль. И 87%, кстати, грузин, это по последним вопросам, считают, что война в Украине, это значит, что тоже Грузия тоже в войне. Так что, честно говоря, вот повлияло так, что все увидели, что Путин слаб, и все увидели, что да, то есть Россия не могущественная, потому что существовал такой миф, что то есть, есть большая армия, есть большая Россия и так далее. И то есть все. На жаль, знову обірвався зв'язок з Хатією Доканаїдзе. Це була Хатя Доканаїдзе, голова фракції «Єдиний національний рух».